Друзья, всем привет, вы на канале Tempo Play. Продолжаем играть в Dirt 5 карьеру. Так, в прошлый раз чем там закончили-то? Ага. Кроссрейд. У нас сегодня, значит, Super Light. На чем? На Volkswagen, конечно же. Продолжаем. Непал. Намче базар. Так, зимой. На Volkswagen зимой, не помню, ездил или не ездил еще. Так, сейчас вот самое главное вырваться. Так, три круга. О, да я вас тут три круга еще догоню, обгоню. Расталкиваем их. Прикольно. Первого даже догнать не мог. Вот сейчас начал догонять, сейчас они тут тормозить будут. И все. И я от них начинаю помаленьку отрываться. Давай, давай, переключайся. Мне это интересно, у меня двигатель бензиновый или дизельный? Ну, судя по звуку, скорее всего, бензиновый. Он слишком долго набирает обороты. Дизельный давно бы оборот набрал бы. Отстают-то от меня уже конкретно. Они нам тут джунглям мешают, что там едут. А я просто оторвался и еду спокойно. Да, не, вон не видны. Затяжной такой поворотик с прыжками. Бамс. Бамс. Неправильно вошел. Да, и все равно, все на первый еду. Еду на расслабоне, даже не напрягаюсь. Вроде снег, а деревья с зелеными листьями. Интересно. 6 секунд вырос с последнего круга. Ну, там кто-то он оторвался от них, там второй едет, по-моему.
Ой. Чуть не перевернулся. Колесом наехал на брод, бордюр. Или как он. На препятствие. Так, следующая гонка. Не прошло я только, получается, нормально. Вот это вот, Джимхана. Так, тут что у нас? X-Road Cross Pre-Runners. RX Rally Cross 90. Так, давай. Продолжим на Volkswagen. Тиюка Форест, Бразилия. По внутреннему повороту я прошел по внутреннему радиусу. Получается, я их всех сразу обогнал. Ух ты. Бразилия тут, я смотрю, какие-то коряги торчат. Обрыв. Можно улететь. Оба! Ничего себе, обрыв. Рекламка скрытая. Главное, кто-то едет, не поел. Посмотрите, они не сильно от меня отстают. Плохо пошел, не зацепил. Так, отыграл. Ну, потому что первый круг ты стартуешь, как бы, а тут уже на скорости едешь, поэтому всегда второй круг практически всегда будет быстрее, если ты где-нибудь не врезался, не затупил. Радуга.
Сейчас вот получше вошел в поворот, чем в прошлый раз. И тут неплохо пошел. Тормознуть и газку. Хотя можно было на полном газу войти. Первый. Три 52. Второй после меня 4:14. Так, ну и давайте на нашей Митсубишке. Норвегия. Dreyer's Gate. Сейчас быстро будет конк. Дайте мне повернуть. Резкий поворот и коса гор. Ой, камеру. Я думал, раньше поворот будет. А он дальше оказался. Блин. Не ту нажал. Вместо тормоза нажимаю камеру сменить. Блин. Ну не зацепил. Хорошо управляется машина, там рулит, слушается. Зацепил. Бампер покоцал. У меня тут задание, он что-то уже прыжок какой-то выполнить. Ночь не видно. Понесла. Слишком разогнался. Плохо прошел сейчас вот этот круг. Ну, потому что ночь не видно особо, куда едет. Здесь сейчас день, утро. Скоро там. Северное сияние у нас тут начинается. Ха, прикольно, фонарь зацепил, разбил, он видно светится, что разбит фонарь. Белая лампочка. Так, налево.
тормозил, тормозил, все. Плохо пошел. Ну, вот и сплоховал. Ну ладно, ничего, пусть догоняет. Что за прыжок трейдпоинт? Где мне прыжок нужно выполнить? А, вот там можно было сократить, что ли? Я что-то не понял. Где ваш трекпоинт? Я не понимаю. Ну... Все равно первый. Как бы я плохо не ехал, все равно я первый приехал. Пропустить. Следующую гоночку давайте там. Так, что у нас тут? О, по льду. Ух ты, новые, 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 новые тачки. Фиатик тут. Форд Мустанг. Это еще у нас Порш. Да ладно, Каррера. Заднеприводный, заднеприводный. Походу все заднеприводные, да. Фиат, Форд. Вот это крутая была, по-моему, Лянч. Лянча заднеприводную. Сейчас мы ее купим. 275 лошадей. А, 275, вернее, у нее крутящие. 265, 880 килограмм. Да, она тут, по-моему, самая легкая. Да. Погнали на Лянч. Эст Ривер, Нью-Йорк. Прикольно выглядит. Лянча. Ух ты, ничего себе выносит. Тяжело на заднем приводе ехать, ё-моё. Вот это уже интереснее гоночка. Из-за того, что она с лёгенькой, у нас её не так сильно выносит. Газку даёшь, её прям мотанатом. От него я и повернул. Вот это уже интереснее гонка. Он газом не перебарщивает. Так надо было.
Да понятно, проигрывает, потому что боюсь, как-то не вынесло. Все на первый. Сложно на заднем приводе по льду. Так, Джимхана, это опять айс на классическом ралли. И опять вот это вот на этих тачках. Ну, вот это, наверное, пройдем. Такси. Так, погнали. Сейчас побыстрее будет. Снег идет. И та же самая трасса, да? Бамс. А, нет, другая. Чуть изменена. Выносит, блин. Газ палас погнал. Четыре круга. Бамс. Салют там какой-то даже. О, даже получше, чем просто круг проехал. Вообще там поворот один хорошо вошел. Вот в этот, а тут я ошибся плохо. Широко. Широко. Первый. Конечно же, первый. Голливуд. Так, ну что, попробуем на этих. А, нет, тут я думал на этих тачках. Тогда ладно. Тогда можно. Норвегия. Ханс Курсюит. Старт. Так. По внутреннему. Какой мини-поворот. Пять кругов. А, тут просто тупо по кругу.
бумлик делаю. Бам. Проиграл. Хорошо резался. Я их догоняю даже уже. Интересно. Я почти на круг начал догонять. Еще пару кругов, я точно их начал бы обгонять уже по... Так, ну чё, Джимхана, Джимхана. Форд, а, Пежо. Аудюха. 700, крутящий, меньше. Мини-купер. Давай мини-купер попробуем, как он. Месса или Аризона. Что надо делать? Прыжок. А, вот туда. Ох, он, блин, управляется. Он, конечно, вообще скачет. Просто чуть-чуть влево, чуть вправо. Он вообще просто нереально. Выносит. Бублик, тормози, тормози, братишка. Фитка получится подрифтить-то, ну-ка. Нормально так получилось вроде. Чё этого я тут разбил? Бамс. Бамс. Ну, не знаю, что он там, как он второе хоть место дадут. Не, первое. Ну и фиг с ним. Так, что у нас тут еще? Очередные гонки. Так, Super Light. Unlimited, безлимит. Давай вот это попробуем. О, новая машина. Отлично. Китай. Siamaran Reverse. Дайте пролезть. Догоняют, смотри. Смотри, догоняют меня, гады. Давай, давай, давай. Да, цепи. Ну ничего страшного. Давай, давай, давай. Поехали. Догоняет.
мощи не хватает. Поворот я выиграю, но вот напрямую они меня догоняют. Ну так прикольно, да, когда не догонять начинает хотя бы. Какое соперничество, а то бы обогнал меньше один. Что-то есть гоночка. Pumphrey, о, давай еще на такой погоняем. Бам-бам-бам. Встал на колеса. Через речку. И на финиш. Бам. И резкий поворот.
за сколько я все это успел. Все, победил. Да, победил. You know what really grinds my gear? Так, у нас еще две гонки-то осталось, цветного открылось. No cuts, no butts, no peanut butter haircuts. Exactly. Just wait in line like the rest of us. Там еще две гоночки открываются. Я думаю, уже продолжим в следующей серии. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И пока. So strong.